Всем привет! У нас 5 часов утра. 11:30 было минус 2. Сколько было ночью, я не знаю. В общем, вот я хочу заснять, что с нашими растениями. Вот все белые стоят. Вот видите, даже сверкают. Вот. Все. Это груша. Вот не знаю, наверное, все померзло. Отойдут, не отойдут, видите, сверкает все. Вот. Все. Вот. Такой у нас мороз. Малина тоже вся. Ну, в общем, все. Все белое стоит. Все белое. Вот сверкает все белое. Вот. Клубника. Я ничего не укрывала. У меня вчера была температура. Я лежала, болела. Вот. Все сверкает. Вот. Вот роза. В общем, бедные наши растения. Не знаю, отойдут, не знаю, нет. Изо рта пар. Очень холодно. Снега у нас нет. Ну все, вот белое стоит. Все сверкает. Все переливается, как в сказке. Не знаю, отойдут, не знаю, нет. Все закрывать. Я вчера болела, лежала. Все закрывается, смысла нету, ничего не закроешь. Вот розочки. Вот все стоят белые. Не знаю, отойдут, не знаю, нет. Это яблоньки. Все сверкает. На солнышке. Солнышко вон светит. Вот. Вон оно, солнышко встает. Вот. Флоксы. Все померзло, все. Абсолютно все. Вот флоксы. Не знаю, отойдут, не знаю, нет. Вот таканы. Я их ведрами вчера накрыла. Все равно, мне кажется, они замерзли. Вторые каны. Вторая розочка. В общем, не знаю, посмотрим. Вот у нас солнышко светит. Вот цветы, золотой шар. Вот видите, все. Вот все накрывать смысла нету. Я уже думаю, ладно, что померзнет, то померзнет. Что ж теперь сделаешь? Вот яблонька молодая, вся стоит белая. Стоит вся белая, вся сверкает. Вот. Не знаю, отойдет, не знаю, нет. Сейчас солнышко пригреет, посмотрим. Ну, чеснок как стоял, так и стоит. Сирень. Вот. Померзла. Эти нижние вообще веточки вот все. Вот. А чесноку ничего. Как стоял, так и стоит. Это крыжовник. Вот весь белый. Белая. Не знаю, отойдет, не знаю, нет. Вот лилейники. Все валяются, лежат, все замерзли. Капуста, не знаю. Вот капусту мы посадили, не знаю, тоже вся белая. Но это уже солнышко взойдет, видно будет. Все белое.
все белое. Вот Пенза замерзла. Жалко, жалко, все жалко. Очень жалко. Уже так думали, что пронесет. Тюльпанчик вот даже не цвел. Вот закрыл вот листочком. Прикрыл вот так. Видите, что? Все так думали, что пронесет. Не так надеялись. Нет, все белое, белое, белое. Золотой шар. Не знаю, вот солнце сейчас вышло. На грядках у меня ничего нет, только лук там лук, морковку я посеяла. И это капуста у меня там. А здесь больше ничего. Я что посадила, рассаду, все вытащила домой, занесла. Но мне так ветром обломало все. Вот лилия. Не знаю, все белое, белое, белое. Нарциссы хоть отцвели. Вот лилии все белые стоят. Сверкают на солнышке, бедненькие. Господи, как все жалко. Ну все белое. Только цвести начало. Только начало. Не знаю. Отойдет, не знаю, нет. Но все подморозило. Все абсолютно. Прямо так жалко. Вот все белое. Смотрите, как в сказке сверкает. Вот сейчас 5 утра. Вот. Все сверкает. Не знаю, что. Ой, так надеялись. Ну так надеялись, что пронесет наш мороз. Нет, все померзло. Теперь вот, не знаю, солнышко вот выйдет. Вот ирисы тоже замерзли. Ну, все замерзло. Вот, все. Все сверкает, все померзло. Вот. Вот, все сверкает. Как в сказке. Это маленький кустик сирени. Тоже, вон, видите, все. Зимняя сказка. Хмель, не знаю, отойдет, не знаю, нет. Тоже весь вот. Все сверкает. Вот. Леники. Сейчас вот солнышко встанет, не знаю, что. Посмотрим, что отойдет, что не отойдет. Вот у меня тут была грядочка перцев. Она у меня так побила ветром. Я вот их взяла еще позавчера. Позавчера вытащила все в ящики и занесла на окошко, поставила. Дома они у меня стоят все. И перцы, и баклажаны. Да так оставила бы, все померзло. Все занесла. Вот виноград. Тоже весь сверкает. Ну вот сейчас вот солнышко выйдет и будет видно, что померзло, что не померзло. Ну, наверное, все померзло, не знаю. Попозже все сниму уже. Что осталось, что не осталось. Вот. Лёд. Вот лёд. Где? Капуста вот у меня. Лук вот уже вон весь белый стоит. Нет, капуста уже все белое, вот все абсолютно. Вот видите, все сверкает. Как в сказке. Вот так вот, все. Ну так надеялись, что пронесет. Нет, не пронесло. Вот лук, все белое. Вот трава даже, видите, вот она померзла, все. Трава все замерзла. Лук вот тоже весь, не знаю, отойдет, не знаю, нет.
Все белое. Все белая вишня. Все блестит вот на солнышке, и все блестит. Вот так вот. Пенза замерзла. Все заморозилось. Жалко, вон цветы, золотой шар. Весь вот флоксы. Хосту, вот хосту я тоже не накрыла. Не знаю, сойдет, не знаю, нет. Хоста. Еще одна хоста. Ну, посмотрим. Все, все, все. Вот как все накроешь. Я вчера болела, лежала с температурой уже, не знаю, часов вечером. 9, наверное, только температура прошла. Уже намерзлась, замерзла. Вот. Длинники валяются все. Золотой шар валяется. Все блестит. Все. Все. Видно, если смотрите, что. Прям кристаллы. Кристаллы прям на растении. Смотрите, как все блестит. Вот снега у нас нет, но все померзло без снега. Смотрите, что. Все переливается. Или как в сказке. Вот так, я тепличку под цыплятам отдала цыплятам. Цыплят держать негде, а там удобно. У меня есть вот вольер. Но там удобно. Мне кажется, и в теплице бы замерзло такой мороз. Вот цветы все белые. А это редиска у меня. Редиска вон она. Ну, в общем, посмотрим, что отойдет, что не отойдет. Все, а сосне ничего. Как стоял, так стоит. Ничего вообще. Вот здесь у меня были баклажаны, я всех их вытащила. Вон ямки одни остались. Все вытащила в ящики и домой занесла. Позавчера еще. Вот у меня я все вытащила отсюда. Как шиповник тоже весь белый. Все, все белое, все сверкает. Вот. Ну, попозже теперь сниму. Солнышко выйдет, пригреет, посмотрим, что отойдет, что не отойдет. Так все жалко, так все жалко. Ну, ладно.